Добрый день, я Маршав Каштапич. Я представляю вам первую свою книгу «Плейлист волонтера». Вы уже, наверное, прочитали аннотацию, раз уж держите эту книгу в руках. И представляете, о чем пойдет речь. Я просто хотел бы рассказать, кому следует и кому не следует, на мой взгляд, читать эту книжку. А не следует читать эту книжку тем, кто нетерпим к мату, мата там полно. Не следует читать эту книжку тем, кто нетерпим к сценам насилия, к сценам секса, алкоголизма и прочее, ко всему взрослому, так скажем, контенту. В общем, там его тоже много, не надо вам брать эту книжку в руки. Если вы впечатлительные, тоже, пожалуйста, не берите книжку в руки, потому что там полно сцен довольно, ну, так скажем, ужасных, потому что все-таки поиски пропавших — это такое дело, когда ты можешь столкнуться с кем-то мертвым, кто до тех пор казался тебе живым и кому-то давал надежду. Не стоит читать эту книжку хорошим волонтерам, профессиональным, потому что, ну, вы уже все знаете, и ничего нового тут для вас не будет. Плохим волонтерам тоже не следует читать эту книжку, потому что вы идиоты и ничему не научитесь, видимо, раз уж вы плохие волонтеры и даже сами себя так определяете. Кому читать эту книжку? Тем, кто любит грязную литературу. Welcome, вы попали в точку, я старался именно для вас. Тем, кто готов терпеть однообразие, ну, что-то вроде как у Буковски, хотя это очень нескромное сравнение, я знаю, просто я больше не знаю никакой удачной однообразной литературы, а неудачной свою книжку считать не хочу. Редактор этой книги сказал, что герой все время только делает, что трахается, бухает и ездит на поиски. Это истинная правда, очень точное описание. Это именно то, что вы получите. А тем, кто любит актуальные, острые вопросы современности, тоже вход открыт, потому что все-таки поиски пропавших — это общественная проблема, и кое-как там она раскрывается. И надо сказать, что я и сам занимался поиском пропавших, поэтому кое-что об этом знаю и гарантирую вам достоверность и реалистичность, вот эту самую актуальность. Меломанам советую книжку, потому что я люблю музыку, и я постарался составить интересный плейлист. Поэтому читайте и слушайте треки одновременно. Треки там разные. Нелли Фуртадо, Гарик Сукачев, группа Ленинград, Агата Кристи, Рианна, Лео Ферре, ЗАЗ. Вообще, это страшный компот. Я люблю такие компоты. Меломаны, наверное, меня поймут. Welcome. Это, наверное, все, так скажем, критерии ограничений, которые я понапридумывал. Хочу вам сказать еще одну вещь. Я готов получать отклики, отзывы от читателей. С радостью буду все читать, потому что намерен писать и дальше. И мне очень важно ваше мнение. Пожалуйста, пишите, и я постараюсь отвечать и вступать в диалог. Все это интересно для меня. Я открыт. Хорошего вам чтения. Пожалуйста, не ходите в лес. Грибы не стоят того, чтобы погибать. Будьте здоровы. До свидания.